Средней школе номер 18 в Владивостоке присвоено имя выдающегося исследователя, географа, путешественника Владимира Арсеньева. Труды Владимира Клавдевича до сих пор имеют большую актуальность. И мне хочется, чтобы мы с вами все вместе, педагоги, ученики, родители, чтобы благодаря этим трудам, благодаря вашим исследованиям, мы расширили еще больше информацию, знания о нашем замечательном крае. И я надеюсь, что благодаря этому событию и благодаря дальнейшей работе краеведение будет поднято на новый уровень с вашей тоже помощью. Присвоение имени известного исследователя дает учреждению обширный информационный ресурс. Так, ученики 9 классов посетили мемориальный дом-музей, где Владимир Клавдевич жил со своей семьей. Здесь школьники поближе познакомились с биографией исследователя, ощутив антураж времени, воссозданный историками. А в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева на экскурсии побывали восьмиклассники. Также познавательные мероприятия прошли и в стенах школы, в том числе викторины, квесты и лекции на краеведческую тему. Сегодня это больше, я бы сказал, пилотный такой проект, как музей может работать совместно со школами. Причем не просто через экскурсии школьников, а через плотную, фактически ежедневную работу, включению этих материалов в обычные учебные занятия и вовлечению детей в какие-то уникальные вещи, которые сегодня уже происходили. Напомним, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Арсеньева. Анна Дьякова, новости на восьмом.